С 15 марта в России началось голосование за выбор президента Российской Федерации. В выборах участвуют 4 кандидата. В этом году у президентской кампании 2 главных новшества – трехдневное и дистанционное электронное голосование. Впервые выборы главы государства проходят в течение 3 дней – с 15 по 17 марта. Посмотрим, как проходят выборы на избирательных участках Сарова. Избирательные участки в Сарове открыли свои двери с 8 утра. Первый же день горожане активно шли на выборы. В этот раз избиратели могли выбрать комфортный для себя вариант голосования – на участках, дистанционно или на дому. В этом году доступно несколько вариантов голосования. Можно проголосовать здесь, на участке, можно проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Если человек уезжает или занят каким-то другим делом, и не будет его по месту прописки в конкретный день, он мог взять открепительное удостоверение и проголосовать по месту нахождения. И еще, как я уже сказал, мы поедем на дом к избирателям на мобильное голосование. Надомное голосование предусмотрено для инвалидов и людей с ОВЗ. На выборах работают наблюдатели от кандидатов и от общественной палаты. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и МЧС. Вместе с голосованием за президента России стартовало и голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры помогают зарегистрироваться в системе и выбрать один из объектов благоустройства. Здесь же можно ответить на вопросы викторины, посвященные истории Нижегородской области, и стать участником лотереи с ценными подарками. Народ может проголосовать за благоустройство тропы здоровья от Советской улицы до Икара и Яблоневый сад, где построят спортивные площадки, детские площадки, зоны отдыха. Голосование за благоустройство города. Люди могут поучаствовать в викторину, где множество ценных призов. Телевизор, робот-пылесос, телефон, автомобиль. Перед выборами проводилась обширная информационная кампания. Члены участковой избирательной комиссии проводили подомовой обход в рамках проекта «Информ-УИК». Специалисты рассказывали саровчанам о ходе проведения выборов, информировали о кандидатах и адресах избирательных участков. Гражданский долг обязывает. Самый важный сегодня выбор нашего президента. Других слов у меня нет. А почему важно это? А почему важно? Ну, от этого зависит дальнейшая наша жизнь. Я думаю, так. И спокойная жизнь наша, наверное. А то все в тревоге живем сейчас. Сами не будете голосовать сегодня? Нет. Ну, рано или поздно надо кого-то выбрать, поэтому куда деваться, надо идти. В Сарове в течение 3 дней 36 избирательных участков будут работать до 8 часов вечера. Комиссия определит результаты президентских выборов не позднее 28 марта. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.